ребеночек сидит рядом с папой. Отлично. Та-та-та-та-там. А вот еще один прыжок мой. Сработала запаска. Как дела? Привет,
Что? Не понял? Да ну, мне тепло! Единственное, что он меня разворачивает. Жопой лечу, неудобно. Медленный. Нога болит. Я минуты три все улетел. А так и есть, и быстро. А ты думал, что сколько? 900 метров всего улететь. Ну, понятно. Это Артем только может 27 минут в воздухе парить. Сейчас опять начинает говорить, ой, я ногу повредил, ой, что-то болит. Ну, трассы бегать, хер ему. Сука, я трассы бегать. А меня вытолкнули. А тебя вытолкнули? Ты боялся, что ли? Да я встал и стоял, а меня вытолкнули. Это ничего страшного. Я у Мишки спрошу, как было отделение, сам или не сам. Он врать не будет. Он может сказать сам. Мне скажут, помог, ничего страшного, это будет нормально. Ну не все ничего это. Камера в снег приземлилась. Да? Ну я же кувырок сделал вот это. Ну, экстремальное приземление снял. Слушай, такое дело, меня Истомин уговорил сесть в самолет, ну на всякий случай одели парашют, ну чтобы мало ли чего, а потом не стали разбираться, что просто зритель, взяли на пол и все. Расскажи, как вообще? Ощущения. Какие ощущения? От первого прыжка? Ай, ё-моё. Че? Повисел. Я в тебя сейчас прыгнул, приземлился. А потом... Такую шайбу. Приземлился. А потом неожиданно земля. В общем, Валера молодец. Показал всем пример, всему радиозаводу.